you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Самп на серии Привер Гейм. Это Самп с русским городом, мой не Кирилл Путбуль. И сегодня я хочу поработать механиком, как бы попробовать заработать нормально денег. Вроде бы можно поднять нормальные бабки. Я уже работал механиком, но на серии не записался звук, поэтому я вот перезаписываю. На самом деле печально, да. Сейчас я еду устроиться на работу, взять машину. Надо, блин, еще свою машинку туда спрятать будет, потому что я в прошлый раз ее оставил, ее на штрафстоянку просто уволокли. Так, давайте сюда поедем. Все ссылочки будут, если что, в описании. Группа, форум и как начать играть тоже будут в описании. Заходите, обязательно играйте. Будем играть вместе. Я здесь очень часто играю, прям очень часто. Поэтому буду рад вас встретить. Ну, вы можете, конечно, попасть в видосик. Поэтому как-то так. Погнали сейчас бочком тут. Оп-оп. Штраф еще получил, блин. Блин, ну вот тут где-то радар есть. А, проехал, походу. Так, давайте поставим его вот сюда. Куда-то, во. Во. Тут, я думаю, он ее не подцепит. Сейчас, блин, жопу разбил. Ювелирно припаркуемся вот так вот. Глушим и фары вырубаем. Во, зашибись. Так, пятнашка тут стоит. Супра. Не, не моя, кстати. Блин, вот наконец-то я увидел Супру. Когда я купил Супру, я не видел их вообще. Так, я ж вроде устроился, по-моему, туда еще. Принять, во, все, можно ехать. Так, заводись. Все, поехали на точку. Там, где в основном все механики стоят, тоже там попробуем постоять. Онлайн сейчас, конечно, небольшой, 46, потому что все в школе в основном, как бы. Поэтому онлайн такой маленький, я думаю. Сейчас встанем. Тут уже механики стоят, да? Ну, ничего страшного, я тоже сюда встану. Думаю, ничего страшного не произойдет. Ну, блин, будем ждать. Я, конечно, работал уже, но тут надо просто ждать, пока к тебе кто-то подъедет, и все. Как бы ездить, искать, не резон, как по мне. Лол, смотрите, моя Супра. Залей. Рефил 10. Моя Супра, реально. На транзитах еще до сих пор. Лол. Круто. Реально круто. Сколько такая Шкода стоит? Блин, прикольно. Моя Супрочка. Какую я поменял. Я, в принципе, не жалею то, что я Супру поменял на BMW. BMW мне как-то ближе. Конечно, Супра, блин, не такая уж плохая, но все же. Так, чувак, поехал. Так, Repair. Снимаешь? Ай, подписчик. Да, я снимаю, чувак. Да-да-да. Починить его или что? Привет, передай Данилу Гордей, привет тебе. Передал. Передал тебе, чувак. Диман Гордей тоже тебе привет. Подписчики, видите, подписчики на автобусах работают. Блин, как это приятно. Как бы я показал, что можно заработать здесь на автобусах нормальные бабки. И только что, ну, у меня вот так колонной тупо 5 автобусов проехало. И в другую сторону тоже где-то 2-3 автобуса. Все работают сейчас на автобусах. Как бы, ну, это прикольно. Чувак, а чё с чуваком? Целый же. Ладно, в принципе, не важно. В принципе, не важно. Ну, блин, вот сейчас онлайн маленький, сейчас трудно деньги заработать на механиках, потому что людей мало. Как бы вчера вечером я поднял 40 тысяч вот так спокойненько вообще. Ну, а сейчас такое себе. Вчера где-то за минут
15 поднял. Fire 10. Так, починим. И все, заебись. Чё он тут лезет? Чё, обтекает меня? Лазит он тут. А, он хочет с ней, наверное, поменяться, но его игнорит. Ну, супра, ну не моё супра это. Да, конечно, дороже, типа, и так далее, но все равно. Мне не очень, как бы. Чувак какой-то собрался ехать. Кстати, прикольная моделька Фиата, чё там от первого лица у нас. Блин, у нас... Лол. Можем трансмиссию посмотреть. Карта... Нормально. Нормалек. Давайте, думаю, прокатимся, потому что я уже долго стою, как бы, и... Никто до сих пор не подъехал. Онлайн, блин, маленький, вот в чем проблема. Это надо, когда онлайн нормальный, уже работает мехом. Но так, выход... Невыгодно, короче. Блин, 65 хочу. Не, E60 хочу. Очень сильно хочу. Кстати, я себе номер приобрел. Вот. Вы можете со мной связаться. Вот 57-64-24 мой номер телефона. Если что. Звоните. Если что. Так, давайте посмотрим, может тут кто-то есть. Кого-то нужно починить, возможно. Что маловероятно. Так. Если бы кого-то нужно починить, он бы, в принципе, вызвал бы... Как его? Ну, вызвал бы механика просто. И все. Поэтому я не знаю. Думаю, все-таки стоит вернуться, потому что, ну, там вообще никого я не видел в городе. В основном все движение, как бы, возле БУ рынка. Поэтому мы лучше туда встанем. Будем там стоять. Как бы... Да. Так. Давайте припаркуемся. И заглушим машину. Так, Fire 36. Во. Вовремя я подъехал вообще. Прям вовремя, блин. Лол. Ну, конечно, деньги небольшие, 3000, но... Все равно неплохо, я думаю. Так, блин, что-то вообще никто не подъезжает. О. Вот. Fire 3. Спасибо. Заебись. Так. Refill 3. Так. Repair 34. Вообще четко, да? 53 тысячи у нас уже есть. Это уже нормально. Потихонечку зарабатываем, но, блин, я уже стою здесь полчаса, на самом деле, и, блин, это долго. Это при нормальном онлайне, сейчас уже онлайн-патч поднимается. Но все же, чувак там на валичке стоит. Не знаю, зачем он включил, ну ладно, в принципе, ничего страшного. Что там едет? Еще один едет, механик, да? Да, конкуренция растет, конечно. Конечно, конечно. Все, починил, поехали. Все ко мне подъезжают. Лол. А я заметил, вот кто здесь стоит реально, кто на этом месте стоит. Вчера я тоже тут чувак стоял, все к нему подъезжали. Реально, я стоял сейчас, где вот стоит этот Евгений. Я стоял там, где он стоит. А тут стоял Егорка какой-то. И все к нему подъезжали, отвечаю. Потом я, он уехал, я встал сюда, и все начали ко мне подъезжать. Реально, это козырное место какое-то. Везучее, не знаю, все именно подъезжают на это место. Чиниться. Я не знаю почему, но оно так и есть. И это реально круто. Так. Блин, у меня скоро аренда должна закончиться, поэтому я боюсь, чтоб... Ну да, вроде аренда тут слетает. У меня вчера слетела аренда, я умер. Почему-то, не знаю, что так. Ну, в принципе, ладно. Может, баг какой-то. Либо я что-то неправильно понял. Ну, все равно прикольно.
Ну, вот эта работа, конечно, прибыльная, да, но здесь именно тут как бы рандом все. На автобусах ты как бы знаешь, сколько ты заработаешь. Здесь рандом, подъедет к тебе кто-то, не подъедет, будут люди, не будут и так далее. Вот в чем весь прикол. Так, еще один чувак. 200 рублей, не так уж много, я думаю. Заправиться он хочет или что? Видосы. Дуно, ага. А, делаешь, спасибо. Блин, подписчики узнают. Приятно. Приятно удивлен. Блин, столько подписчиков встретил. Где-то вот я стоял, где-то человек 5 ко мне подъехал. Типа, о, снимаешь классно, там, типа, я подписчик. Вообще очень круто. Прям, блин, позитив такой. Все ко мне так нормально относятся, более-менее, как бы. Никто не материл, не поддержал, не таранил. Адекватно все так, вообще круто. Блин, уже стою тут где-то, почти час уже стою здесь и чуть-чуть денег заработал. Ну, в принципе, хоть что-то. Блин, пришел вызов, а я не помню, как его принимать. Ну, серьезно. Прям вообще не помню. Я в репорт написал. Блин, а как принимать вызовы? Вызвать. Мех. Мех. Кал. Два. Короткие гудки. Лол. Так. Репая. 43. Принял вызов механик. Видите, блин, я не знаю, как вызов принимать. Мех. Ну, мех, и чё мех? Мех. Ясно. Кал. Короче, я не знаю, как принимать вызовы. Я нажимал E2, и все, что только я не нажимал, у меня не получалось. Ладно, думаю, на этом будем заканчивать, потому что, ну, я уже здесь долго стою, час, как бы, и, как бы, для вас это было минут 15 где-то видео, а я здесь стою уже час, поэтому, думаю, в принципе, достаточно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании, обязательно заходите на сервер и ждите новых серий и стримов. Всем пока-пока. Outside, I was from the north. She was from the south side. I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. 'Cause I was from the city. She was from the outside. I was